Oh, shit. Here we go again. Астрологи объявили неделю предательств, и мы продолжаем играть в Yes, Your Grace, с вами Saint. Это 13-й эпизод прохождения данной игры. Мы закончили 31-ю неделю. В прошлой серии у нас была битва с родовцами. Нас предал мудак по имени Ива. Если вы не видели этого эпизода, то посмотрите его, ссылка на плейлист будет в описании. И не забывайте подписываться на канал, это помогает развитию и продвижению самого контента. В общем, нам нужно выдержать будет оборону от Атаны, которая придет через 19 недель, и запастись как минимум 5 ящиками с припасами. Да, это мы читали. На один ящик уходит 30 пшеницы. Это немного, но я думаю, мы с этим справимся за 19 недель. Самая большая проблема — это достать армию. Нужно хотя бы 1500 человек, как нам сказали. 1000 мы можем получить от одного из королей, и 500 нужно будет собрать самим. Гревна, неделя 32. Зачем мы, получается, тогда приглашали короля Варида? Только его можно пригласить. Давайте сразу с ними поговорим. Эрик, ты посылал за мной? Вы можете взять руку Азалии? Нет. Я еще тогда не знал, что он потребует. И послал, думал, что он придет до королевского сбора и что-то нам расскажет. Это все на данный момент. Очень хорошо. Извини, братан, что вызвал тебя зря, но нет, Азалию ты не получишь. Одри, возможно, нам следует действительно рассматривать предложение Варида. Я уверен, что Азалия хотела бы услышать об этом. Короли поставили вам невыполнимые задачи. Вполне выполнимые, я родовцам помогать не собираюсь. Они пришли ко мне на мою землю, они меня атаковали, и я не собираюсь помогать этим варварам, пусть обратно возвращаются в свою страну и живут там, нехуй тут чилить. И даже если мы завершим некоторые из них, их армия может не прибыть вовремя. Нам нужно найти другой способ получить больше воинов. Но кто же может помочь сейчас нам? Лорды определенно не смогут дать нам больше людей после того, как мы потеряли все их войска. Возможно, мы сможем собрать жителей деревни, каждый человек на счету. Мы помогли им, пришло время вернуть долг. Я не думаю, что многие крестьяне умеют читать, поэтому послать голубей не получится. Лучше всего будет послать ваших представителей и призвать их лично, ваша светлость. Каждому лично, нихуя себе. Чтобы пригласить крестьян в тронный зал, отправьте своего представителя в выбранную деревню на карте. Карта. Ебать копать. Запки, Мелина, Кресна, Таткун. Я не помню, чтобы мы Таткуну помогали. Халева, Паласик, Рунника, Ларек. В Ларек мы первым делом сходим. Врова, ёбана, сколько их. Врова, Пивка, Лютель, Хозна, Ниелки, Ярочки. Господи Иисусе. Так, потом, вначале пусть нам доложат все. Генерал. Ваша светлость, местный пекарь не получил муки. Я разузнал, и оказалось, что лошади с телегой застряли в грязи по дороге. Мы помогли им, и пекарь дал нам корзину свежих хрустящих булочек. Настроение он дал мне? 9 пшеницы, нормально, но мог их хотя бы 2 настроения накинуть. Так, охотник. Я нашел и убил волков, ваша светлость. Они не вызовут больше проблем. Спасибо, охотник. Отлично. Так, это вот из дубовой рощи бабца. Ваша милость, наш дуб мертв. Блять, забери вот этот, я ваш дуб благоухал, хватит уже приходить сюда. Наши люди скорбят, гром не прекратился. Велес продолжает забирать людей. Мы все очень напуганы. Возможно, нам придется покинуть лес и искать укрытие в другом месте. Обидно видеть, что король помогает только своим любимцам. У нас нет выбора, кроме как переехать в новое королевство. Я не мог бы помочь всем. Мне нужно расставлять приоритеты. Ваше дерево не было приоритетом, извините. Да схуяли! Ты уже дала мне минус настроения тогда. Ты пришла опять минус настроения дать. Забери свой дубовый букет, тварь. Тюремщик. Ваша светлость, чтобы подготовиться к осаде, неплохо было бы внести некоторые улучшения в замок.
Оснащение и укрепление замка могут оказаться жизненно важными. Мы добавили список обновлений для вас. Вы увидите их в своем еженедельном отчете. Кстати, у нас тут еще был пузырек с ядом и письмо. Это забрали, но у нас остался большой зуб. Крестьянин. Ваша милость, мой муж тяжело ранен. Он местный охотник, и он был ранен во время своей последней охоты. Ранен оленем. Его рога запутались в его колчане, и мой муж упал с лошади. Он выжил только потому, что ремень сломался. В противном случае олень волочил бы его через весь лес. Сейчас он очень болен. Можете ли вы чем-нибудь нам помочь? Так. Придворная ведьма занята. Все, что я могу предложить вам, это немного золота. Сколько, блядь, сколько немного? Но сейчас нужно помогать им, потому что мы будем помогать людям, они будут помогать нам с солдатами, плюс настроение нужно поднимать, просто я не могу как. Этого должно хватить для того, чтобы вы получили лекарство или заплатили целителю. Минус 18 золота, плюс 3 настроения. О, я думаю, что знаю кого-то, кто мог бы помочь. За такое количество золота он поможет, конечно. Спасибо, ваша светлость. Не за что. Крестьянин. Ваша милость, моя земля была разграблена. Я был ограблен ордами неистовующих кро-родовцев? Нет, ваша светлость, кролики. Король в ахуе. Это серьезная проблема, когда вы выращиваете салат. Забирай, охотник. Золота мало, припасов мало, припасы нужно еще складировать. Бери охотника. Я пошлю охотника, он найдет этих кроликов. Плюс 2 настроения. Спасибо, ваша светлость. Эти кролики не будут знать, что их поразило. Пиздец, у тебя проблемы, конечно. Не сравняться с нашими. Так, художник какой-то. Ваша светлость, меня зовут Палон Ни. Я художник-новатор. Пришел к вам со специальным предложением. Я всегда жил в Даверне, поэтому сначала прийти к вам, мой король. Я принес вам мою самую желанную и ценную картину. Члены королевской семьи, вероятно, будут бороться за нее, когда я выставлю ее на торги. Но я хотел дать вам шанс сделать это раньше, чем кто-либо другой. Мои картины известны во всех странах. Не думаю, что мне вообще нужно об этом напоминать. Кажется, даже у вас есть одна моя известная работа. Та, которая «Серые горы», верно? Да, верно. Она прекрасна. Скажи мне, что у тебя есть для меня, Полон? У меня есть картина «Битвы за Бриану». Она несколько абстрактивна, полна эмоций. На ней изображены воины, бегущие навстречу врагу. На заднем плане убывающая луна. И большой огонь распространяется по всему полю боя. Картина называется «Огонь на убывающей луне». Но я вижу всего лишь кучу квадратов. Это импрессионистская картина, ваша светлость. Сказал абстрактная, уже импрессионистская, ты определись. Я первооткрыватель этого дерзкого, потрясающего, смелого художественного движения. Сколько ты хочешь за это? Специально для вас я предлагаю цену ниже, чем для кого-либо другого. 25 золотых монет. Нихуя себе! Нихуя себе! Если мы откажем, мы получим минус настроения, да, я так полагаю? Давай, я заберу. Хорошо. А, минус 12! А, мы наебали игру, наконец-то! Писали минус 25, отняли 12. Ух! Это должно хорошо смотреться в зале советов. Спасибо, Пол. Если у вас появится что-нибудь еще, не стесняйтесь приходить. О, для меня большая честь знать то, что мои картины украшают королевские стены. Спасибо, ваша светлость. Найс! Прям неплохо. Я думал, 25 отнимет, а кстати, настроение не дало. Зал совета, да, ты сказал? Отняли всего 12. Так, картина. Интересно, купит ли лорд Грега эту картину у меня? Ты решил лорду Грега продать? Или может она лучше будет смотреться в зале совета? Мы в зале совета. Братан, вешай. Вешай картину. Вешай картину. Картину вешай. Седание. Ваша милость, прощай. Увидимся позже, глупенькая. Куда повесить картину? Она не перетягивается. А, ладно, потом решим. А, покой. Аврелия, а почему мы с ней опять должны болтать? Любимый. Варит попросил руки Азалии.
Варит хотел бы жениться на Азалии, взамен он предлагает довольно большую часть войска. Правда? Что заставило его думать, что мы позволим Азалии выйти за него замуж? Нам нужен принц, а не какой-то старый хрыч. Он знает, что мы отчаянно нуждаемся в солдатах. Может быть, ничего не останется от Даврна, если мы проиграем. Ты предлагаешь нам согласиться на это? Нет. Нет, конечно, нет. Тем не менее, если мы не соберем достаточно воинов, Атана разрушит это место до основания, вместе со всеми нами. Они не могут этого сделать. Почему бы нам просто не сбежать? Если мы знаем, что проиграем, какой смысл пытаться? Каким бы я был королем, если бы я оставил своих людей умирать? Мы должны попробовать. У нас еще есть время для подготовки. Надеюсь, другие короли согласятся помочь нам. Что мы будем делать, Эрик? Боги обрекли нас. У нас нет удачи, все идет ужасно неправильно. Иногда хотелось бы, чтобы мы были просто крестьянами. Успокойся, все будет хорошо. Я позабочусь, чтобы ты и девочки были в безопасности во время битвы. Тебе не стоит так сильно волноваться. Иди и ложись. Хорошо, я постараюсь уснуть. Почему все решения, которые я уже принял, что мы не будем отдавать Азалию, я должен повторно обсуждать с Аврелией? Азалия, и ей мы должны об этом сказать, конечно. Да, отец. Король Варит попросил твоей руки. Он сказал мне, что хотел бы жениться на тебя. Что? Король Варит? Но он старый. Как действительно старый. Отец, ты не можешь заставить меня выйти за него замуж? Среди всех людей, почему ты выбрал его? Эй, спокойно, я еще никого не выбрал. Я еще не согласился на его предложение. Я хотел сначала спросить, что ты думаешь. Да мы уже отказали, в принципе. Я не уверен, почему, но догадывался, что ты никогда не захочешь этого. Конечно, я бы не стала выходить за него. Извини, я действительно надеюсь, что нам не придется. Господи. Ради чего эти диалоги? Мы не будем выдавать Азалию ни за кого замуж. Пусть живет своей жизнью. Уже один раз мы потерпели фиаско на этом. Так, союзник, есть голубь. Грега пригласим. И у нас еще есть один агент, которого мы, естественно, отправим в ларек. Тут думать не надо. Вперед. Вперед за припасами, за чем угодно. Заканчиваем 32-ю неделю. Настроение 9, налоги повышаются, меня это радует. Ёбаный в рот этого казино. Я как увидел сейчас слева, сколько будет стоить усиленные ворота, построить ров и усиленные стены. Блять, 150 монет. Баллиста... 40 монет, обеспечивает защиту от штурмовых башен, ров замедлит врагов, стены обеспечат поддержку в борьбе с врагами, ворота задержат врагов у ворот. А за пшеницу можно горячее масло, вылей раскаленное масло сверху своих стен. И что-то горное позволяет заложить взрывчатки под стеной замка, если это необходимо. Горное дело, видимо. Так, пока мы сосредоточимся на припасах. Раз, два, три. Продолжаем. Время до осады 18 недель. Нам нужно 5 ящиков. Огонь, огонь. Огревна, неделя 33. Вернулся генерал. Я сообщил крестьянам, что вы хотели бы их видеть по поводу призыва. Они должны быть здесь в ближайшее время. Окей. Алена, вещай. Ваша светлость, Тарландо заставил меня принести чучело монстра в его дом. Я не уверен, о чем он писал, но он казался очень нетерпеливым. Я надеюсь, Тарландо нам столько настроения даст, что мы охренеем. Грега, у нас есть картина. Ваша милость, у меня есть еще одна картина для вас. Битва за Бриану. Взгляните на это. Потрясающе. Я возьму это. 50 золотых монет. Вот это сделка века, просто... 13 заплатили, 50 получили. Ей. Вас устроит? Конечно, давай 50 монет. Конечно. С вами приятно иметь дело. Да что за наеб? Он дал 18. Почему эта игра меня наебывает на деньги? Это все. Ладно, все равно мы заплатили меньше, чем он дал нам. Это все, что у меня есть.
Что, у меня есть еще одна картина потрясающая? Нет, это все. Больше нет. И я думаю, на этом все. Спасибо за визит. До свидания, ваша светлость. Отлично. Крестьянин. Здравствуйте, ваша светлость. Чем могу быть полезен? Присоединишься ли ты к моей армии? Присоединитесь ли вы к моей армии в предстоящей битве? Мы готовимся к войне. Нам нужно укрепить нашу оборону. Конечно, мы будем рады. Вы помогли жителям нашей деревни выздороветь и встать на ноги. Вы можете рассчитывать на нас, ваша светлость. Будь готова. Битва начнется через 17 недель. 6 солдат. Так, а нам сейчас сильно не нужно распыляться, потому что чем больше солдат к нам будет приходить, тем больше расход пшена у нас будет на содержание армии. Крестьянин, последние пару дней из колодца доносятся странные звуки. Буль-буль, хр-хр. Сначала мы думали, что кто-то подшучивает над нами, но никто не смог бы выжить в колодце почти неделю. Это может быть водяной. Возможно, ему стало скучно сидеть на озерах, и он пришел к колодцу. Может, он голоден, или может быть, он просто... ему просто не хватает компании? Мы не знаем, но мы не хотели бы приближаться к этому колодцу. Мы можем ходить к реке, чтобы брать воду, но это утомительно. Ведьма посмотрит. Эти существа опасны. Безопаснее всего будет заманить его обратно к озеру с помощью магии. Спасибо, ваша светлость, хорошо знать, что это скоро закончится. Дорога к реке очень утомляет. Ура! Плюс 4 настроения. Дальше. Какой-то маленький крестьянин. Подросток, может, или дитё. Ваша милость, мясник в нашей деревне продолжает выбрасывать отходы на дорогу. Они гниют и воняют. Я не могу спать, потому что у меня болит голова от этого сильного запаха. Бог знает, что за хвори может таиться в этих гнилых обрезках мяса. Пожалуйста, ваша светлость, вы можете помочь? Блин, генерал как раз свободен всего на недельку вперед. Мой генерал поговорит с мясником. Да благословит вас Бог, ваша светлость. Теперь я наконец-то смогу спать. Соседи будут рады узнать об этом. И почему я сразу не пришла к вам? Настроение! Настроение! Еее, еще плюс 3. Замечательно. Слушайте, прям отлично. Будем поднимать настроение, чтобы больше налогов получать с людей. Будет больше припасов. Ничего больше нет у нас. Голубь. Отправим Лурсу. Я так понимаю, вот мы отправили к Грега. Здесь был зеленый ромбик. Он пропал. Это что-то а-ля квеста. Давайте Лурс, он наш союзник. Посмотрим, что он нам расскажет. Заканчиваем 33-ю неделю. Да, параллельно у нас все наши союзники остались, они тоже поставляют нам пшеницу. Тренировочные площадки приносят по 10 солдат, это неплохо. Пока занимаемся ящиками. 3 ящика, 31 монета. 31 монета, за 31 монету ничего купить толком нельзя, только усиленные стены, но ресурсы могут понадобиться. Сейчас придут просители и такие типа, бля, дай денег, король. Продолжаем. Это у нас 34-я неделя, мы все еще в Гревно, пока не переехали. Генерал, рассказывай. Ваша милость, я пытался поговорить с мясником. Он не хотел меня слушать, он настоял на визите к вам. Он должен скоро прийти. Спасибо. Мясник, блядь, не выебывайся. Где он? Торговец, крестьянин. Где мясник, блядь? Охотник. Ваша светлость, я помог сельским жителям, у которых были проблемы с кроликами. Они не должны вызывать больше проблем. Спасибо. Отлично. Лурс. Вы звали меня, ваша светлость? Это все, блядь. Это все. Как пожелаете, ваша светлость. Ни хрена это не квест, наверное. Давайте пригласим Нокси просто так. Пусть будет. Чтоб голубь не простаивал. Крестьянин. Ваша милость, твой охотник научил мою семью ловить кроликов. Теперь мы можем охотиться и выращивать более чем достаточно еды для себя. У нас даже есть достаточно, чтобы продать. Пожалуйста, примите это как благодарность. Хуя! Спасибо, братан! Вот это нормальный! Вот это нормальный крестьянин! Пришел, поделился золотцем с королем своим. Плюс 9 монет, неплохо, торговец. Я продаю мешки с припасами, ваша светлость. Ты опоздал! Надо было до того, как, блядь, родовцы приходили. Мне тогда не хватало жизненно важных припасов.
Позвольте мне помочь вам. У меня самые лучшие цены во всем Даврне. Да, только 28 золота за 22 припасов. Не актуально. Не актуально. Это все. Пожалуй, на этом все. Спасибо. Я понимаю. Я вернусь в Даврен через несколько недель, ваша светлость. До встречи. Еще крестьянин. Мой господин, убежище мы ищем. Наша деревня полностью разрушена. Нам некуда идти. Нет места, чтобы позвонить домой. У вас что, телефоны есть? Почему мы живем тогда, блядь, в замке с какими-то свечами, блядь, вместо лампочек, если есть мобильный телефон или хотя бы стационарный? Позвоните мне куда, блядь. Вы можете нам помочь? Это ваша милость? Какая деревня? Что произошло? Это моя милость, да. Субъекты обычно обращаются к королю с вашей милостью. Вы не здесь отсюда. Вы не отсюда, да? Не так ли? Родовцы, а? Мой господин, моя светлость, ваша милость. Мы понимаем, кто мы для вас. Мы понимаем, что наши братья сражались с вами. Мы понимаем, что нас здесь не приветствуют. Но у нас не было другого выбора. Многие умерли, и многим больше не нужно умирать. Я призываю вас, я прошу вас, помогите нам. Ну, как-то неправдоподобно. Почему вы не пришли раньше? До сражения, скажем, давайте мы переметнемся в Даврн и поможем вам сражаться с родовцами. Это все какая-то хуйня. Если вот проявлять слабость в таких вещах, будет полный пиздец. И, во-первых, наша союзница Виолит откажется помогать нам, если мы поможем хотя бы одному родовцу. Это во-первых. Во-вторых, я склоняюсь к тому, чтобы помочь королю, который предложил не помогать родовцам, поэтому пиздуйте, откуда пришли. У нас нет ни оружия, ни дурных намерений, мы просто хотим жить. Идите живите, откуда пришли. Твой народ убил наших братьев. Вы говорите без оружия? Я только что вернулся из битвы с твоим королем. Я прошел с армией и вернулся с несколькими людьми. Мы на войне, зачем мы тебе поможем? Мы не хотели этого боя, и мы не знали, как защищаться. Бейран сделал все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству нас пройти. Остальные из нас застряли за горной тропой. Мы не те, кем вы себя считаете. Мы пришли сюда, чтобы искать мира. Я услышал достаточно. Ложь или нет, я не могу вам помочь. Есть пара десятков из нас, женщины и дети. Мы просто хотим место для отдыха. Ты на жалость давишь. Нам больше некуда идти. Должно быть что-то, что вы можете сделать. Ваша милость, думаете, мы должны им помочь или нет? Мы должны помнить, что король Едрик будет помогать нам с армией, только если мы отклоним все просьбы родовии. С другой стороны, король Фабион поможет нам, если мы поможем всем родовцам. Кормить вас за 5 припасов в неделю? Генерал, избавься от них. Увольте меня, 5 припасов в неделю нужны нам. Извините, правда, но у нас больше нет места. И мы не можем рисковать восстаниями из-за ваших рук. Ваша милость, мы пришли по кусочку, безоружны. В мире твои люди зарезали мою армию. Это милосердно с моей стороны, чтобы дать тебе быструю смерть. Прочь! Генералы, возьмите их! Я вижу в твоих глазах, что ты потерян, как и все мы. Там, казнить, генерал, разберись с ними. Крестьянин, ваша светлость, у меня ужасная боль в животе. В течение 5 дней не было никаких признаков стула. Моя приготовила сливовый сок, специальную смесь. Это не сработало. На самом деле, стало даже хуже с тех пор. Если бы я не знал ничего лучшего, я бы подумал, что она хочет покончить со мной. Я думаю, запор — это термин, который использовали бы знахари. Поможете бедному парню, а? Бля, иди и найди целителя. Не беспокой меня такими мелочами, сходи к целителю, я уверен, что он поможет. Это стоит денег, ваша светлость. Все, что у меня есть, это 2 куры. Дом... это моей мамы. Я должен подождать, пока она скончается, чтобы получить ее вещи.
Блять, возьми 7 золота, ты не так много просишь. Хорошо, возьми золото. Настроение дай только. Да, этого должно быть достаточно. Спасибо, ваша светлость. Настроение. Настроение. Сука. Вот мудак. Взял деньги и ушел. Настроение. Кто мне даст? Покой. Поговорим с Аврелией. Любимый. О родовцах. Во время саммита королей король Фабиун, то он Фабиан, то он Фабион, то он Фабиун. В общем, король Фабиун попросил меня помочь людям из Родовии. Ему было ясно, что он присоединится к нашим силам, если мы сделаем это. С другой стороны, король Йодрик сказал, что поможет, если я уничтожу их всех. Это здорово, дорогой. Это означает, что мы получим помощь в любом случае. Да, я полагаю, некоторые родовцы посетили наши залы на этой неделе. У них хватило смелости попросить золото и припасы. Ведь их король сделал с ними... Я решил не помогать им. Вы были правы сделать это, дорогой. Блять, как перевод хромает. Все дальше и дальше, все хуже и хуже. Они должны найти помощь где-то еще. Тебе придется оставаться сильным и отвергнуть их всех. Я знаю, милая. Увидимся позже. Хорошо, я останусь здесь. Замечательно. Обсудили дела насущные с Аврелей. Закончим эту неделю и по времени, я думаю, еще на одну хватит нашего времени. Так, а у нас есть союзники, мы отправили письмо Нокси. У нас есть карта, два агента. Стоит ли сейчас собирать? Блин, на самом деле очень много точек. Потихоньку нужно. Давайте, халева, слух, дела на стороне. Ну давайте, генерал, подтвердить, отправлено. И сразу же вот, давайте, Тоткун, слух, атакованное что-то там. Охотник, подтвердить. Хантер, отправлено, замечательно. Ведьма, нет доступных ведьм, ваша светлость. Заканчиваем тогда 34-ю неделю. Так, что у нас получается по золоту? Очень много золота жрут, блядь, ведьма и охотник. На самом деле. Я думаю, одну недельку не заплатить охотнику. 39 припасов. Раз, два, три. Отлично. Забили еще один ящик. Получается 34 золота. Поехали так. Таким составом. Неделя 35, гревна. Генерал, я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть по поводу призыва. Они должны быть здесь в ближайшее время. Алена, ваша светлость, я помогла разобраться с монстром в колодце. Никакой магии не потребовалось, ему просто нужен был дар. Во всяком случае, он больше не потревожит их. Спасибо. Так, и охотник. Одри, подожди немножко. Я сообщил крестьянам, что вы хотели их видеть по поводу призыва. Они должны быть здесь в ближайшее время. Хорошо, Одри, вещай. Ларсулия давно не писала. Я надеюсь, что с ней все в порядке, несмотря на... Договаривай фразу. Чем могу служить? Что мы можем сделать в случае Ива и Ларсулии? Я знаю, что мы не можем атаковать Хагаса. Есть ли что-нибудь еще, что мы можем сделать? Мы еще не знаем, какие планы у Ива, но нам нужно подготовиться, когда его армия пойдет в Даверн. Нам нужно сосредоточиться на создании большого количества союзов с лордами и улучшении защиты нашего замка. Нам действительно нужно расставить приоритеты, кто получает нашу помощь, поскольку нам нужно все золото, которое мы можем собрать. Мы должны быть осторожны. Если ваши подданные недовольны, они пойдут против нас, а нам это сейчас не нужно. Спасибо, Одри. Драконоборец Нокси, там висел румбик рядом с твоим именем. Что у тебя есть? К вашим услугам, ваша светлость. Вы все еще хотите купить этот зуб? Я думал, тебе может понравиться это. Какая? Сначала вы обвиняете меня во лжи. Вы союзник с Фридрихом. А теперь ты пытаешься продать мне свой тупой зуб? И достаточно справедливо. Я виновен во лжи. Но я думал, что мы были друзьями. Мне очень жаль, Нокси. Да, конечно. Ну, иди. Не так уж и надо было.
От Орландо, наконец-то. Ведьма была впечатляющей. У меня никогда не было такого потока идей. Сейчас ты охотника захочешь, да? Я волнуюсь. Как будто ее магия прошла через все мое тело, через перо и прямо на бумагу. Но то, что начиналось как простой проект, теперь превращается в великую книгу. Давайте сделаем ее великой. Все на борт. Генерал-ведьма. Охотник добавит неожиданный поворот в истории. Братан, охотник не получил бабло за сегодняшнюю неделю. За эту неделю. А, приходи в ближайшее время. Это будет великий роман, величайший. А, вернись в другой раз. В настоящее время у меня нет охотников. Да-да, не проблема. Мы не должны принуждать искусство таким-либо образом. Каким-либо образом. Я вернусь через 3 недели. Так, нужно будет не забыть. Оплатить охотнику его обед. Крестьянин, ваша милость. Ваш генерал сказал мне, что меня выгонят из деревни, если я не уберу свой мусор с дороги. Что насчет остальных людей? Они выбрасывают свой хлам на улице, но это никого не беспокоит. Раньше я был примерным жителем и вывозил свои отходы в лес на телеге. Но люди бросали свой хлам прямо перед моим домом. Теперь колеса моей телеги сломаны. А я ведь не могу выносить отходы на руках. Так что приходится их бросать в общую кучу. Я не стану убирать свой мусор, пока все остальные тоже не уберут. Почините свою телегу, хуй знает сколько золота. Я сделаю так, чтобы мои люди разослали весть об этом всем твоим соседям. Минус 16 золота, плюс 2 настроения. У них будет время до конца месяца, чтобы очистить дорогу. Этого золота достаточно, должно быть достаточно, чтобы починить твою телегу или купить новую. Держи дорогу в чистоте, иначе болезни распространятся и все заразятся. Вот это другое дело. Я знал, что могу рассчитывать на вашу помощь. Эти подонки увидят, кто умнее. Большое спасибо, ваша светлость. Теперь мы будем держать дорогу в чистоте. Это замечательно. Хорошая новость. Крестьянин, вы звали меня, ваша светлость? Присоединишься ли ты к моей армии в предстоящей битве? Война сатаной близка? Даже небольшой вклад будет оценен. Я не могу покинуть свою пекарню, ваша светлость. Бандиты, покупавшие у меня прах Оракула, полностью взяли меня под свой контроль. Вместо хлеба я сейчас продаю прах. Они продолжают угрожать тем, что причинят вред моей дочери, если я пропущу хотя бы один день на рынке. Я не могу рисковать, ваша светлость. Я понимаю. Я надеюсь, что твоя дочь останется в безопасности. Могли бы сейчас генерала им послать, нет? Крестьянин, да, ваша светлость. Присоединишься ли ты к моей армии в предстоящей битве? Война сатаны близка, нам нужна помощь. Разбойники снова напали на нашу деревню. Мы не смогли справиться с ними без... Мы не смогли бы справиться с ними без помощи вашего генерала. Они убили почти всех наших людей. И еще несколько человек убежали в другую деревню. Под командованием Атаны. Боюсь, мы не можем помочь. Я понимаю. Простите, ваша светлость. Пришел? Я слышал, что ваша казна опустела, ваша светлость. Хотел предложить свои услуги. Нет. Это все на данный момент. Уходи. Уходи нахуй. Это какой-то большой Конан Варвар, блядь, написано торговец. Ты из Радувии, да? Я слышал, настали тяжелые времена для Даварна, ваша светлость. Одна битва за другой. Нелегко быть королем в такое время. Думаю, я знаю, что может помочь вам в предстоящей битве. Армия. Большая армия. Чем больше у вас армия, тем лучше, согласны? Просто так получается, что у меня... Я знаю умелых воинов, которые хотят сражаться за вашу страну. Конечно, за небольшую цену. 16 золота за 22 воина звучит неплохо, не так ли? Звучит плохо. Я думаю, что мы прекрасно справимся без ваших воинов. Что ж, надеемся, король Ива не захочет нанять моих людей в таком случае. Эй, да блять, не угрожай мне. Прощайте, ваша светлость. Может быть, мы еще увидимся. А возможно, нет. Ха-ха. Сейчас, блять, в темницу пойдешь ты? Ха-ха. Хуел совсем. Хахакает он тут. Обнаглевшие. Не нужно мне пока армия, мне нужно сейчас припасы собирать. Диалогов никаких нет. По союзникам все пусто. По карте... А что по карте? Давайте потихоньку отправлять
Генерал отправлен в Рову и в Бризоту мы отправим ведьму. Но я так понял, тут не все локации. Это те деревни, которым мы помогли. Некоторым мы не помогли. Вот, допустим, там пришел чувак, сказал, что я не могу покинуть свою пекарню, потому что меня контролируют бандиты, а вы мне вовремя не помогли. Сори, сори. Помочь вам я сейчас тоже не могу, ничего страшного. А, в общем, завершаем 35-ю неделю. У нас есть 4 ящика с припасами уже. Это отлично. Чего у нас нет, это денег, чтобы построить вот это все. А всего 15 недель осталось. И это плохо, на самом деле. Содержание армии уже 2, налоги уже 11,8, это приятно, настроение мы подняли. Я думаю, в начале следующего эпизода мы снимем оплату нескольких разведчиков, возможно, даже ну, минимум 2, а возможно и всех, чтобы... Сколько тогда будет? 40 монет. 40 монет нам могут пригодиться, чтобы построить что-то. А в общем, я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих эпизодах прохождения Yes, Your Grace и в других играх.